Привет, поклонники Mortal Kombat Mobile, с вами Ник Фрост. Добро пожаловать в испытание. Вот это, как это назвать? Испытание, которое миллион раз было написано. Значит, испытание у нас Джейд из Mortal Kombat 11. Сложность старший бог. Я, блин, не поленюсь. И вот сейчас найду свои часики и нажму здесь секундомер старт. Все. Сколько времени уйдет на эту хрень? Начинаем играть не спеша. Может состоять из любых персонажей вашей коллекции. Набор снаряжения. Что? А, набор снаряжения дадут. Из любых персонажей моей коллекции. 25 битв, да? 25 битв. Здесь уже мне дают какую-то, блин, джейд. Какую-то джейд. А что? Тот-то на задание его нельзя сюда брать? Обидка. А если я всех скорпионов отправлю на задание? Круто. Давайте тогда извращаться. Джейд. Кто там, город, да, у нас стоит? Так, Джейд. Жаль, третью Джейд не могу сделать. Так, и из любых, да? Из любых персонажей. Неплохо было какого-нибудь генератора, что ли, блин? Да ё, куда я тут? Из любых персонажей, да? А я могу их менять по ходу дела? Или если сейчас с этой бандой начну, то уже до самого конца? Давайте глянем, чтобы я потом не затупил. Вдруг этот джейд надо где-нибудь. Так, в вашем отряде только скорпы, только мастера. Ля, две этих самых только мастера. Только... Вот. Снова только скорпионы. Ого, какое извращенное. Какое извращенное требование. Фанаты скорпионов прям. Ну давайте, я не знаю. Еще какую-нибудь золотую карту. Давайте золотую. Вот так уберем. Золотую карту. Какого-нибудь нубака. Желательно такого, чтобы я его еще и качать мог. Кано команда. Офигенно. А тут джейд еще и терять нельзя, да? Если этот джейд дуба даст. Нам бы что-нибудь такое, чтобы они регенерировали. Желательно все. Есть какой-нибудь такой боец, который включает регенерацию для всех? Блин, может и есть, но мне так лень вспоминать. Молоток. Это... Экономия. Так. Эту нельзя одевать. Или можно? Нельзя? Блин, нельзя. Тоска, печаль. Ну ладно, эту нельзя терять. Еще их надо как-то мне научиться различать. Наверное, я плохо делаю, что выбираю эту джейд. И супер крутой мега турбо гипер квадро боец. Я даже найду ему перчатку силы. Хера себе, оно тут тормозит. Все, погнали. Погнали. Супер ролик, братишки. Надеюсь, она всех их перемаслает. Что за замок? Что это был за замок? Это их больше нельзя будет менять, я так понимаю. 25 битв без замены и без бойца, который регенерирует. Нам нужен был какой-нибудь такой, чтобы мог... Например, рептилия после рентгена дает регенерацию всему отряду. Вот это вы думаете, куда, блин, он там смотрит? Это так в небо смотрю. В небо и думаю. Кого надо было взять? Ёлки-палки, так, сколько у нас уже прошло время? 3 минуты я тут трендю. Да, загрузочка какая долгая. Новая арена, ну наконец-то, блин. Спасибо за новую арену. Не может быть она и не новая. Так, это же не тот боец. Вот он нужный боец. Херясь. Надо было Китану. Надо было золотую Китану взять, чтобы она... А не Китану, надо было кого-то другого. Нам нужно было добавить сюда бойца, который будет плюс один давать к силе. Пиу. А что тут еще? Таймер тут есть. Ого, нифига себе, тут еще часики даже есть. Давно Николай играл в такие режимы. Что здесь еще появляется? Каждые 4 часа вы можете получить в магазине бесплатный бронзовый набор. Та ты шо? Та я тебе кажу, та ты шо? Николай не брешу.
Че тут, хп где-то забираются, нет? Хп не забираются, забираются какие-то полосочки. Чего? А, то есть их менять придется, я понял. Я понял. Тут не один боец до самого конца, тут придется их менять. Все-таки не зря ж те полосочки сделаны. А может и нет. Короче, сейчас все увидим. Но факт тот, что надо 25 битв пройти с вот такими, сука, долгими загрузками, это мне не нравится. Почему так долго? О, играйте на двух устройствах. А я могу одну башню проходить на этом устройстве, а вторую на втором устройстве сейчас одновременно. И в итоге у меня сразу же и там все будет, а? Можно, разработчики? Серьезно, блин. Это все серьезно. Какая долгая была загрузка. Да уровень быстрее у меня придется, чем грузилась игра. Хлобысь. Какой прикольный уровень. Его бы увидеть с хорошей графикой. А это уровень с какого комбата? С 11-го? Я ж-то не играл. Вот такой я. Кстати, столько игр недоступно в Украине. Вот есть такой, знаете, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Да? И оказывается, он вышел на ПК. Кстати, скоро кабальчик нас ждет, да? И он, оказывается, вышел на ПК в Steam. И недоступен в моем регионе. А обидно, я вчера список желаемого добавил. Ну, типа. Они там просто трендят и ходят в купальниках. И что они там еще делают? Ну, там могут... А может это не волейбол, а какая-то другая хрень. Что-то я там ничего волейбольного не увидел. Да, это, наверное, какой-то симулятор свидания или что-то в этом духе с персонажами из Dead or Alive. Ну, короче, факт тот, что она недоступна. In my country. Че тут бойцов как менять? Двоечка? Пиу-пиу-пиу-пиу. Ловкий рептилия. О, как, сука, это интересно. Надо было их все пропустить за деньги. Но ничего, ничего, я потрачу час жизни и пройду это все. Да, я такой, я крутой. Я порежу этот ролик на вот это сколько башен, на столько кусков я этот ролик порежу. Ну, не факт, конечно, но вдруг. Да, это мега эпично. Эпично, блин. Ууу, монетки, круто. Если вы ведете себя так, как Николай, трехгодичной давности, да? Как я играл раньше, да? Три года назад. Я проходил все. Вот эти миллионы, вот эти, блин, десятки миллионов, это еще накоплено с тех времен, когда я проходил все. Я ничего не пропускал за деньги. Я проходил все режимы. Представляете, сколько копится? Вот эти души, это все еще с тех времен накоплено. Да, потом, конечно, появился супер офигенный режим, режим заданий, когда можно спокойно брать 100 с чем-то душ каждый день. Но раньше можно было на этих самых, на испытаниях. О, какая тут классная мелодия. Прям меня в сон от нее клонит. Офигенно. А монахи какие стрёмные, они в смысле зомбари все? А тот монах, который слева, ему явно... Явно хорошо, да, это же вы мышку не видите. Монах, который там решил повисеть. Офигенно, что здесь сложного? Я что-то пока не уловил. Это старший бог, да, называется? А чё, где сложность-то? Может, в последних башнях? Ёлки-палки, это только пятая битва. Сколько там прошло времени? 8 минут 57 секунд. Нормально. Ну, это с момента старта. Кстати, как вы думаете, как лучше выкладывать ролики? Вот я сниму, например, сегодня 4 ролика. Ну, образно. И мне их лучше в один день выложить вот так подряд? Или же каждый день по одному?
Или через день, как я делаю сейчас. Вот мне вот интересно, как бы вам хотелось. Дело в том, что, ребята, в чем фишка, почему я не выкладываю их сразу, да? Вот, ну, во-первых, не всегда они бывают смонтированы. Ого, пока время не истекло. Ну, во-первых, не всегда ролики могут быть смонтированы, чтобы их выкладывать. О, нифига себе, еще меняться нельзя. Блин, еще дали эту галимую джейд первую. Но еще есть причина, почему я сразу же все не выкладываю. Это просмотры. Если через день я выкладываю, то как бы... Всегда ролик получает заслуженное внимание, так как через день уже все, ну, пересмотрели все, что у меня было, и готовы к новинкам. А если, к примеру, сразу же все завалить, ну, то все по 10 раз посмотрят. И все, и ни один ролик не получит заслуженного внимания. Какая-то джейд интересная. Вот зря я так сделал, что я ж теперь их не различаю. Это, наверное, которая крутая. Пиу. А может и нет. Ой, Шаолинь, Шмаолинь, блин. Да. Тут, конечно, можно было выбрать достойных соперников, таких лохов, типа четвертого там слияния, третьего. Или вообще без слияний. Но так процесс будет идти чуть быстрее. Ой-ой-ой, все-таки долго идет процесс. Не знаю, на кого они рассчитывали. Блин, что-то я уже... Начинают меня терзать смутные сомнения. А верно ли я поступил, что решил... Все пройти? Или может по башне... В день проходить? Там как раз 8 дней испытания будет идти. Короче, ребята, напишите мне в комментариях, как бы вы хотели, чтобы выходили ролики. Как сейчас, через день... И так всегда на канале есть какой-то свежий ролик. Если же каждый день, то, допустим, я снял 4 ролика, 4 дня они прошли, да? И потом еще дня 3-4 будет пусто на канале. Если же за один день выложить 4 ролика, ну, к примеру, да, 4, то потом неделю будет пусто на канале. Ну, то есть пусто, другие-то игры выходят, там всегда у меня по расписанию выходят. Ну, вот что касается именно Mortal Kombat. Я просто не знаю, как лучше. Ого, фига себе, что это было. Лично мне больше всего нравится вариант через день. Потому что я пробовал как-то вываливать все в один день. То, к примеру, ну возьмем, к примеру, ролики там получили там 100 просмотров, да? Ну, обычно, да, например. Ну или 1000, да, или там 2000. И через день, когда их выкладывать, каждый ролик, например, получает 2000 просмотров. А если их выложить все в один день, то каждый получит там по 300 просмотров и все. Статистика, аналитика YouTube — страшная вещь. Столько она там интересного показывает. Ой, а новая студия меня прям от нее коробит. Просто выворачивать, насколько она неудобная. Ну, надо привыкать, конечно, так как они откажутся от классической версии. Но, блин, это жесть. Особенно мне не нравится, что ролики сортируются в перемешку те, которые вышли, и те, которые залиты. То есть нельзя сделать сортировку по заливке. Вот в том порядке, в котором я их загрузил на YouTube, вот так мне и показывайтесь. Нет, они именно идут в перемешку. Последние ролики на моей страничке показаны именно те, которые вот вышли, в перемешку с теми, что я залил. И это пипец. Если у меня там вышел Half-Life, да, ну этот Black Mesa, который я залил там неделю назад, и, к примеру, свежий ролик с Mortal Kombat, и они рядом, хотя разница у них больше недели. Ну, так, блин, такого не должно быть. И как их отсортировать по-нормальному, я кнопку не нашел. Короче, жесть какая-то. И оно уже насильно в новую студию перекидывает. Хоть ты и говоришь, что она не нравится, но тупо каждый раз, запуская студию, кидает в новую. Другое дело, если у тебя ролики выходят раз в неделю. Один ролик раз в неделю. Да, например, как у Мармака. То ему пофиг, в какой студии работать. А вот когда я, например, пройду Halo Wars 2, да? И в игре, допустим, 15 миссий. И я разобью на 15 роликов, да? Ну, типа, нафига одним большим куском все вываливать, да? Так будет 15 роликов по ролику на миссию. И по расписанию тык-тык-тык-тык-тык.
Конечно, будь, например, у меня какой-то популярный канал, можно было бы их тоже в один день завалить. Вот все один день залить, смонтировать, оформить, выставить все вот это теги, названия, всю вот эту чепуху, которую просит YouTube, и всех их открыть. Ну тогда тоже жди целый месяц, пока Коля там пройдет Gears of War, да, например. Ну или во что я там играю. И с новой студией неудобно смотреть. Они же по расписанию выходят. Когда там выходит ролик, блин? Где его искать? Когда следующий ролик должен появиться? А раньше, пока они по дате сортировали, всегда можно было на предыдущую страницу вернуться и посмотреть порядок заливки роликов. Что с ним такое? Почему-то он не хочет умирать, подонок. Умри. Ой, он все встает. А я, кстати, что я тут подумал? У нас есть песня, на них в суд не подают, ну, как у нас, да, у русскоязычных людей. Забыл, как группа называется, там пелась «Ай-яй-яй-яй, убили негра». Я почему вспомнил, типа, он встал и пошел, и начал играть в баскетбол. Я это вспомнил в связи с тем, что Джейсон так подымается. Я думаю, как интересно сейчас в Ютубе, там ведь чуть ли не за все подряд банят. Типа там не соответствует сообществу, чи принципам сообщества, и в этом духе. Интересно, как с этой песней? Ее, наверное, и выложить сейчас нельзя. Наверное, можно, но даже не знаю. Как на Твиче сейчас? Так там все жестко происходит. Я на Твиче не сижу, но новости-то читаю. Сколько там банят? То вот это сказал... Да я, по-моему, рассказывал, как, когда я играл в этот самый... С друганей в... Как же эта игра называлась? PUBG. PlayerUnknown's Battlegrounds, да? И там... Я никогда не слышал такую фразу, но как... Что-то у меня там спрашивают, типа, есть у тебя там... Пятерки или есть семерки, да? Или есть компенсатор? А я такой, нет. А он мне, пидор, ответ. А я никогда такого не слышал раньше. Думаю, вот гад, блин. Это самое. Ну вот на Твиче за такое бан на неделю чувак слопотал. Играл в Counter-Strike, да? Другане что-то спросил, он ему ответил нет. Тот шутканул. И на тебе бан на неделю. Жесть, конечно. Или там стримерша одна тоже, не знаю, как там их имена, на стриме сказала, что разделяет только на мальчиков и девочек. Все, там вообще забанили канал. Жесть. Жесть, ребята. Надо быть очень, очень, скажем так, дружить с головой, думать то, о чем говоришь, чтобы, не дай бог, никого не обидеть в наше-то время. Я понимаю, например, да, был бы YouTube, русские его сделали, да, там они там такие все, блин, не сказать гомофобы, а, ну, короче, вы поняли, да, типа, скажем так, радужные парады по Москве не ходят. Туда, да, наверное, никак бы это не преследовалось, если бы что-то там сказал нехорошее или в шутку. А вот на ютубчике, к примеру, на Твиче, надо быть внимательным. Еще там, не знаю, что там на миксере происходит у Microsoft. Представляете, только первая башня идет. Это же просто жесть. Только первая башня. Это, блин, сука, реально. Вот это я чисто посмотреть, что оно такое. Вот чисто, бля, слышал, у меня там это вообще, типа, ты должен мазать. Какого хрена анимация дальше пошла? Вот чисто глянуть, что это за хрень, этот режим. И потом уже, наверное, когда будет кабал. Ну, потому что тратить столько времени, это просто немыслимо. Я не знаю, как вы, ребята, у меня, блин, школа на носу. Иду в 4-й класс. Сколько уже, блин, я первую башню прохожу? 18 минут, да, ты гонишь. И это ж потому, что я разговариваю. Играю я сам тихонечко, без этого самого. Я бы только далее. Но так мне... Прикольно. Надо будет такую хрень на стримах проходить. Точно, выбирать какой-нибудь день. Раз в неделю, наверное, надо стримчанский делать. Чем мне нравятся стримы, знаете чем?
не для всего. У меня компьютер не настолько крут, чтобы стримить все подряд. Потому что, ну, блин, процессору уже 8 лет. Процессору материнки уже 8 лет. У меня еще Core i5-2500K, который там разогнан до 4,5, или 4,4, что-то там такое. Я уже не смогу стримить все подряд, все с максимальными настройками. Но вот Mortal Kombat, в принципе, раз в неделю можно было бы. Так вот, чем мне нравится стрим? Когда ты его, блин, настроишь... Так, секунду, что произошло? Какого хрена у меня там какой-то гора? Секунду, что вообще нахрен происходит? Почему гора? А где делось это самое? А где джи делось? Так вот, что мне нравится в стримах, ёлки-палки. Что когда ты его настроишь, ты просто отстримил час или два. И все, и конец. И... Не надо ничего монтировать. Кодировать. Как вышло, так и вышло. У меня много времени еще уходит на там совмещение звуковых дорожек и так далее. Я, конечно, если честно, немного в шоке от того, что здесь происходит. Очень долго. Очень долго. 25 битв это просто ахтунг. Я не знаю. А ну а пропуски, вы посмотрите, сколько пропуски стоят. 10 тысяч, это только первая башня. Ё-моё. Жесть, просто жесть. Я хотел новый уровень сложности. Реально, все эти 4 года мне его не хватало. Когда я в первый год раскачался так, что... Ну, знаете, когда я получил за деньги Рейдена максимального слияния, да? За деньги, там он 300 чем-то тысяч стоил раньше. То все, берешь с собой Рейдена, хоть и остальные первого-второго слияния, в любой турнир, если он там не запрещен. Все, ты проходишь, ты валишь любого босса, ты можешь проходить любое испытание, потому что у тебя Рейден 10-го. Когда, например, ты добавил туда Кану, да, за 99 тысяч, все, у тебя Кану 10-го слияния. Не самая крутая карта, но для испытаний хватит с головой. То стало легко, конечно. Стало легко и хотелось какой-то сложности. Но, сука, сложности, а не длительности. 25 битв, это вообще жесть какая-то, блин, нереально. Нахрена так дофига их сделали? А там дальше по 30 будет. Не, я не знаю. Блять, это жесть, короче. Я бы мог это выразить более доступным и понятным языком. Но будем фильтровать. Да, иногда будем... матюкаться, но в основном будем фильтровать. Гора, по-моему, даже шмот на него не одет. Ёлки-моталки, вот это жесть. Не, я, наверное, сегодня не осилю. Ну, нахрен. Блин, каждый день буду лучше проходить. Каждый день, наверное, буду проходить понемногу, но, блин, не за раз. За раз это я кончусь. Это марафоны надо проводить. Это такие стрим-марафоны, блин. Да ну в задницу, это просто жесть какая-то. Давайте, тут ахай рейдены там качаются. Рейдены, милины, не запрещено, я их даже одевать не буду. Все, вот мой основной боец. Ё-моё. Ё-моё. Да. А может это... Может не ролики писать, а реально стримить. Вот это сегодня я два ролика записал, а остальное прохождение этой Джейд сделать в виде стрима. Но мне не хватает Моника, блин. Моник, вот мой второй Моник, он сейчас основной. А мой основной Моник сейчас у Карлины в комнате. Но скоро начнется сентябрь, школа, и, наверное, придется. Я там ей такое компьютерное место организовал. А я не помню, по-моему, я в Инстаграм его постил. А там же жена уроки делает. Придется все это дело, наверное, разбирать. Так, меняемся. Это сильно слабые бойцы, меняемся. Если пропускать это за деньги, это сколько бабосов надо вкинуть? Да, что-то они пилят эту игру, пилят, но как-то...
Блин, говно. Ой, Space Justice какой, это уже рефлекс, ребята. Это рефлекс, я в нее столько играю, что это уже рефлекс. Как тебя закрыть-то, солнышко ты мое? Пилят они ее, пилят, но куда-то не туда они ее пилят. Вот, кстати, по поводу Space Justice, я его вчера удалил, сегодня заново установил. Прошел в нем все. Открыл, ну все, кроме того, что надо там за бабло, блин. Или за... Я даже не знаю как. Или за недели потерянного времени. Я стараюсь такое ежедневное задание выполнить и выйти. Стараюсь не задротить сильно. И вот в Mortal Kombat, да, обычно зашел в войны фракции, поиграл и вышел. И меня устраивало. Да, там подписчиков может не особо, просмотров немного. Ну, я не могу делать обзоры на персонажей. Я считаю, что любой из вас способен прочитать на оборот карты и узнать, что она делает, зачем о ней рассусоливать. Перестал я испытания играть, да, перестали у меня ролики по испытаниям из-за их монотонности и длительности. Блин, ну сейчас. Это какая-то жопа, блин. Не, ну нахер, я вот это сейчас и закончу это дело и лучше в Halo поиграю. 14 из 25. Да погнали дальше, блин. это жесть. Зато, если вы затащите, я так понимаю, финал нас ждет еще одно слияние для Джейд. Да. Что-то они пилили целый... Я глянул в начале июля, там где-то было ближе к середине у меня ролики. Я видел в приписке, появилось 2.1.2. И тут 2.1.2 это какой-то патч, по-моему, был. Там, я не помню, сильно ли он внес изменения из 2.1.1, к примеру. По-моему, это какой-то хотфикс у них был. То есть 3 месяца, может и больше, они что, блин? Над новыми турнирами работали? Ну да, работа до хера. Учитывая, что в игре более 130 бойцов, то какая-никакая, но работа все-таки была. Это же, блин, для каждого запилить новый набор соперников, да, в каждой башне. Это же ручками все делается, это же не генерится автоматом. Если бы там были, блин, знаки вопроса... Кстати, почему они убрали эти прекрасные турниры со знаками вопроса? Мне реально они нравились. Они остались где-то в синглплеере. И в этом. Блин, знаете, что вдруг меня осенило? Слышите, а если зайти в этот самый... Там в режим заданий. Там, блин, не появилось новое это самое... Блин, неужели за 3 месяца они ничего туда не добавили? А ну сейчас, ребята, зайдем в режим задания. Чисто-чисто глянуть. Вдруг там появилась новая локация, что ли? Неужели это такое вялое обновление? Да и долго, блин, оно стало тут как-то чухаться. Каждое новое обновление тормозит игру все больше и больше. Так, режим заданий. Ничего тут не появилось. Преисподняя и внешний мир, и все. То есть внешний мир это мой основной, преисподняя, но тут тоже все пройдено. Верно же? Потенциальные награды, шинок. Да, блин, неужели нигде ничего толкового не появилось? Здесь, я так понимаю, тоже никто решил ничего не добавлять. Какую-нибудь историю из Mortal Kombat 11. Да, это 10-й. Добавьте сюда еще несколько страниц. Не, нифига. Нифига нормального не появилось. Капец. Тоска, печаль. Тоска, печаль. Пропуск 1,5. Ну там аж 6. Да, ребята. Будем ждать следующее обновление. Может, оно будет более веселеньким.
Хотелось бы какую-нибудь новую механику. Вот добавили они новый турнир, вроде бы как. Что-то он не цепляет. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы эта игра... Наверное, все-таки... 4,5 года в нее задрочу, уже ничем меня не удивить. Меня удивило, знаете что? Если бы они реально на движке нового комбата ее запилили. Вот реально отбросили все вот это говно, вот эти Mortal Kombat 9 и 10, вот этих бойцов, которые сейчас у нас есть. И начали как-то с 11-го. С новыми механиками, вот этой фишкой, что типа как сейчас, да, рентгена нет, а какие-то там приколы есть. Ого, победите пока там что-то. Понятно. Полоски силы, чтобы появлялись не такие, как здесь, а такие, как в старшем комбате. А это меня, конечно, взбодрило. Возможно, я бы даже смартфон поменял. Может быть, на моем бы OnePlus One оно дико тормозило. Но не сейчас. Я не знаю, какие у вас эмоции. У меня никаких. Только... Ну, одно радует. Вот только добавилась длительность, да, но одно радует, что 8 дней. То есть для неспешных игроков, хотя с другой стороны 8 дней. Ну, первые два турнира быстро должны бы были пройтись. На первых двух сложностях. Допустим, ты за один день проходишь на легкой и на сложной. Или высокой, или нормальной, или как она там называется. Или нормальная и сложная. Короче, вы поняли. На первых двух. И у тебя остается еще 8 дней, например, турнира. Ну, или 7. И ты не спеша каждый день проходишь по одной башне. Это, в принципе, может какой-то экспириенс для человека, там какой-то опыт, ему интересно, всегда есть что делать в игре. Но за раз я никому не рекомендую. Это, блин, я не знаю. Это времени займет зверско. Кстати, загрузки что-то нереально долгие. Интересно, на смартфоне не тоже такие? Я на смартфоне не запускал игру, ребята. Еще со старого движка, как появилось обновление 1.19, кажется, и я перестал ее запускать на смартфоне, потом, гля, он прям рукой, он прям ее тискает. Вы видели, что гад творит, блин? За сиську ее хотел схватить. Не запускал, наверное, с версии 1.19 по причине, что стала оракульно работать синхронизация, ну, почти... Ну, короче, ты можешь пройти турнир, пока едешь, например, в поезде, да? Прошел турнир, все круто. Приезжаешь на мобильном интернете. Приезжаешь, 100 мегабит Wi-Fi. И оно подтягивает какие-то данные еще до твоего прохождения турнира. Как будто ты его и не проходил. То есть, да, я был в поезде, я скоротал там, чтобы не скучно мне было час ехать, я там играл Mortal Kombat. Но тем не менее, потерянное время. Приехал оно заново. И так несколько раз оно меня подставило. То я там в парке поиграл. Самое главное, что косяки случались, когда ты пользуешься не стабильным Wi-Fi, а вот мобильным соединением. И вроде бы 4G. И тем не менее. И так оно 2 или 3 раза меня так подосрало. И все, теперь только эмулятор. На смартфоне. Вчера обновилось. Я не знаю, если есть там какая-то программа, которая показывает последний запуск. Ну, не, есть, наверное, такие программы, которые могут показать, когда был последний запуск приложения. То, блин, это было очень-очень давно. Сколько там уже идет ролик? 33 минуты, блин. Ну, это из-за разговоров. Все-таки это, ребята, много теряется времени на разговор. Гля, они друг друга тискают, лапают. Вот тоже темный рейден с испытания. Так это у меня, блин, все пройдено. А представляете, какой-то новичок. Но тем не менее у него есть несколько золотых карт. Кстати, он, наверное, последний турнир и не пройдет. Где там ему на грибке столько золотых скорпионов и в этом духе? Ну, допустим, это новичок, который уже не новичок, а который уже год сыграл в игру. У него достаточно накопилось сильных карт, что он может даже ломануться на последнюю сложность. Возможно, возможно. Не знаю, каким макаром, но вдруг это какой-то... Везунчик, да? У которого все нужные карты сложились, и они достаточно сильны, чтобы тащить. Я, правда, еще не знаю, какие там турниры, блин.
В этом пока все просто. И он такой садится и офигевает от происходящего. И так, кстати, многие игры пытаются подсадить, что сиди в ней и палки в колеса вставляют. У нас тут что у нас заканчивается? Энергия, да? Space Justice. Вроде бы интересно, классно, летаешь, стреляешь, клево. Ну, мне нравится, да, убить там время, там, в ночную смену, прикольно там полетать, пострелять, там, среди ночи, пока, ну, надо же как-то до утра. Да, это самое, докараулить. И... Опа, топливо закончилось. Или у нас в Mortal Kombat. Опа, энергия закончилась. А ты хочешь поиграть, смартфон тянет, и время, сука, есть. Надо еще 4 часа до рассвета. Надо еще чем-то заниматься. Давай деньги. Давай деньги, будет тебе топливо. Давай деньги, будет тебе энергия, будут тебе души, все у тебя будет. Как я прохожу эти турниры? Как я раньше делал? Я не тратил ни одну душу. Ни одну душу. Душу или душу. Не тратил я их, короче. И как это было? Я все время, бойцов-то уже много, я все время выбирал неповторяющихся бойцов, и ни одна душа у меня не была потрачена. И таким образом у меня всегда и душ было много, и, естественно, денег. Потом, коли это надоело... Я стал за деньги пропускать первые башни, особенно когда апнулись до максимального слияния бронза и серебро. Потом... Ну, а последней башни все еще были разные бойцы. Последней башни, в той пятой, все еще были разные бойцы. Не повторяющиеся, чтобы там не тратить на них там энергию в этом духе. Как сейчас я играю? Я выбираю одного сильного и двух пофиг кого. И вот этому одному сильному... Провел 3 битвы, энергия закончилась. Восстановил энергию. Провел 3 битвы, энергия закончилась. Восстановил. Ну, а тех постоянно меняю. И так я стал проходить. Естественно, когда я еще не разговариваю, а сам тихонечко сижу там на смартфоне играя, то, конечно, процесс идет намного быстрее. Чё-то куда-то не туда они повернули с этим Mortal Kombat. Ну молодцы, сделали, что теперь нет магазина, и теперь каждый раз ты покупаешь кота в мешке. Это прикольно, это да. То же самое, вот я как уже год, наверное, играю. Может и не год, я не знаю сколько лет, как вышла эта игра, Speed Justice. Тоже наблюдая за их эволюцией. Очень похоже на эволюцию Mortal Kombat, только идет гораздо быстрее. Если Mortal Kombat уже 4,5 года, то тем, например, там год или полгода. В чем заключается эволюция? Эволюция заключается в том, чтобы как можно больше выкачать денег с игрока. Раньше я, в магазине были доступны любые корабли и любые запчасти к кораблям, да, к примеру. Потом они их это убрали и оставили только контейнеры. А с контейнера выпадает каждый раз разный кораблик. Даже тот, который тебе не надо. Ну, надо там на слияние собрать там 300 кораблей. Да, там тоже есть слияние, как в Mortal Kombat. Надо собрать 300 кораблей на слияние. И ты не покупаешь один и тот же за свою валюту, а ты покупаешь контейнер, с которого падает еще 5 или 6 видов кораблей, которые тебе нахер не надо. Так же, как здесь. Те гораздо быстрее до этого додумались. Наверное, во втором или третьем обновлении уже были подвижки к этому сторону. Там в третьем или четвертом уже ты не мог покупать кого хочешь. В пятом, ну, Коля, ладно, окей. Когда ты покупаешь... И они пишут шанс выпадения. Вот в Mortal Kombat тоже стали писать шансы. Они пишут шанс выпадения. Я поапал в определенном сундуке. В одном и том же сундуке выпадают одни и те же корабли. Я апнул один до максимального слияния. И если они выпадали все шансом в 20, да, 5 кораблей, выпадают каждый шансом 20%. То когда я один до конца апнул, вы понимаете, что стало 4 корабля осталось, и они стали выпадать шансом 25%. Когда я там апнул еще одного, и осталось 3 корабля, они стали выпадать шансом 33%. Ну, 2, вы понятно, что 50 на 50, и когда остался один, у него всегда 100% шанс выпадения этого кораблика.
И казалось бы, воу, нашел способ, как прокачивать. Что делают разработчики? В одном из обновлений они все оставляют, но шансы делают стабильными. Они перестали меняться. А дальше, когда ты прокачаешь все эти корабли по максимуму, да, все 5 кораблей в этом сундуке, дальше тебе начинают выпадать уникальные карты, подходящие к любому другому кораблю, к любому. То есть ты можешь постоянно покупать один и тот же набор, с него будут падать уникарты, которые будут подходить для слияния любому кораблю. Вот нам бы такого Mortal Kombat, да? Что делают разработчики? Они в новом обновлении ставят всем фиксированный шанс выпадения, и когда ты один кораблик максимально апаешь, у остальных четырех шанс 20 до 25 не повышается. Если сказали, что 10% шансов выпадения, так он и будет 10. И вот сейчас я покупаю контейнер, в нем уже 4 корабля у меня апнуты максимально, выпадают уникарты, а последний пятый кораблик так и остался 10% шанса. То есть не 100% шанса, как каждый раз ты покупаешь и знаешь, да, каждая моя покупка будет нужная тебе деталь. Нифига, каждая твоя покупка теперь... уникарты, ну иногда один, ну сколько там, не один раз, а сколько, да? 10 раз на 100 открытий, ну или один раз на 10 открытий выпадет нужный тебе кораблик. Короче, делают все для того, чтобы выкачать деньги. Как бы, знаете, такие как лохотроны, такие завлекалочки. Как все эти лутбоксы в настольных компьютерных играх, да, в полноценных. Ты, блин, заплатил 60 баксов за Need for Speed, а тебе не падают, ну, а ты не можешь сделать апгрейд тачки, потому что тебе падают запчасти с разных машин. Не к твоей, и не за деньги ты ее апгрейдишь, а... рано или поздно тебе когда-то выпадет, после миллиардов часов игры в Need for Speed, тебе выпадут нужное количество нужных тебе деталей. Но просто так ты их купить не можешь. Возможно, есть шанс, но он за деньги. И электроники, да, страдают этим, Electronic Arts. Или ты купил, к примеру, Star Wars Battlefront 2. А там для прокачки снова лутбоксы. И тебе надо что-то именно свое? Ну нифига, открывай ящики и надейся, что рано или поздно тебе что-то выпадет. Dead or Alive 5. 6. Dead or Alive 6. Раньше как, прошел несколько раз на разных сложностях сюжетку. Ну или лестницу, да, назовем ее. И тебе выпадал новый скин на бойца. Что сейчас? Наделали испытаний, десятки, может быть, сотни, тысячи испытаний. И каждый раз ты играешь, например, за Касуми. Прошел испытание. А тебе оттуда выпадает какая-то деталька, которая будет на шарф Кристи. Ты за Касуми играл. Ты хотел, чтобы... ну, ты хочешь апнуть Касуми. А тебе прошел ее испытание, а тебе выпало, ну там надо 10 деталей, и тогда ты сможешь создать шарф Кристи. Ну, образно, может не шарф, там какие-нибудь трусы для нее. И в этом духе. Проходишь ты еще одно испытание за Касуми. Опа, тебе выпадает еще одна деталь. Это для Мари Роуз, например, какие-нибудь там панталоны, блин. Тоже одна деталька, а их там надо 10, 20, 30. И это в игре... за реальные бабки. То есть вместо того, чтобы выбить это в игре или получить это как награду за прохождение турнира, нет, ты, блин, задротишь как в мобильную эту самую. К мобилам у меня нет никаких претензий. Народ любит. Мобильный трафик превышает трафик с настольных ПК. Народ готов тратить. Народ тратит деньги, да? Никаких претензий у меня к ним нет. Но, блин, когда ты покупаешь игру за 60-70 долларов на комп, и в ней есть вот такая фигня, как Mortal Kombat, блин, в этом мобильном, у меня вообще нет никаких претензий. Молодцы, они хотят бабла.
Они вроде бы завлекли нас бойцами, но в то же время они вам не дают то, что надо. Открывайте эти алмазные наборы, а там будут эти рептайлы с Эронами Блэками падать, которые у вас уже у всех давно 10-го слияния. Ну ты все будешь пытаться выбить, или плюнешь и купишь душ, да, за реальные деньги. Ну никаких претензий. Но ты в игру не покупал игру за реальные деньги, ты можешь все это выбить бесплатно, реально, тебе понадобится несколько тысяч лет, возможно, солнце погаснет к тому времени, но ты или рано или поздно ты их выбьешь, конечно же, не рано или поздно, поздно, но ты всех получишь. Но когда ты купил игруху на комп, и ты привык, что во всех нитфоспидах ты, заработав 100 тысяч долларов, ты можешь купить новый двигатель, или вообще полный апгрейд, там Sport 2 какой-нибудь, свой Evo там, Evo 7 там проапгрейдить. Или вообще плюнуть на это дело и купить Nissan Skyline, да, там GTR какой-нибудь. Или просто там. То ни хрена. Сейчас ты детальки собираешь, как какой-то мобилочке. Обидно, блин. А тут мне нет претензий. Конечно, у меня есть одна претензия. Искусственное, сука, затягивание происхождения испытаний. Ну вы вот меньше бы Коля трепался, быстрее бы шло дело. Но это какой-то пипец. Наверное, у меня не будет 45, сука, минут. У меня не будет следующих роликов, ребята. Я просто не осилю. Максимального слияния боец. Я манал, блядь. Простите, конечно, но, блин. На кабала. Так и быть, подрачу в это дело. Но, блин, а Джейд, которую я багом апнул. Сука, я и на кабала дрочить не хочу, блин. Я лучше его... Сейчас почитаю форум 4 ПДА, может там какой-нибудь баг есть. Или подписчики мне напишут. Блин. Ну нафиг. То есть я почти час трачу на первую башню, их 5. Чё, блин, сука, 5 часов? Не туда повернул Mortal Kombat. Я теперь особо и не переживаю по поводу слияния. Если раньше у меня был какой-то пунктик, типа там 7-е слияние всем, да, потом вот это они сделали 10-е, и такой, о, неплохо было в 70-е. Сейчас нихера, какое выбил, такое будет. Нет времени, не задротим. Есть время, задротим, но что-то другое. Я лучше сейчас пойду с малой по... У нас сегодня план погоцать на гироборде. Я-то на нем гоцать не буду, но вот у ребенка хочу это покатать. Хочу посмотреть, как у него будет получаться или нет. Может, на день рождения купим? Ну, пока пойдем в парк и погоцаем. Это мне будет гораздо веселее, чем 5 часов задрачивать Mortal Kombat. Это такой стрим на всю ночь, надо поживать, блин. Не, можно, конечно, за бабло все пропустить. Ну, наверное, эти 19 миллионов превратятся в 10. Так, целую минуту ждать. Ну что, подождем или кого-то нового выберем? Ваш отряд может состоять из любых персонажей вашей коллекции. На время. Победите, пока время не истекло. Блин, елки-палки. Минуту ждать. Ждать или не ждать, вот в чем вопрос. Ждать или не ждать... Ждать или не ждать. Я даже одевать их не буду. Не хочу я ждать. Вот то, что на них там было за по одной шмотке, тем сейчас и сыграем. Я уж думаю, как-нибудь ее завалю. Ну не завалю, так, блин, одену. Или кого там, кстати, валить надо-то? Погодите, в первой башне и там Джейд? В первой башне Джейд? А в остальных тоже будет Джейд? Только более высокого слияния, что ли? И уровня? Странно, блин. Чё, реально Джейд? Да. И чё, она там встает сильнее после каждого этого или нет? Типа бьет. Типа пофиг. Ладно, что, а в остальных башнях тоже будут Джейд в конце?
Дам. Дам. Какое у меня должно быть настроение после такого обновления? Ну, явно не радостное. Ого. Ну, давайте, кто тут выпадет? Буду ржать, если карта, которой у меня нет. Ну, конечно же, этого пыптыка наверху нету. Значит, карта очередной дубль. Тю ты, господи, вообще фигня какая-то. Я думал, ладно, боец там был в следующей какой-то башне. Ого. Вот это, блин, я не знаю, возможно... Блин, ребята, ничего не буду говорить наверняка. Возможно. Я в течение этих дней, 8 дней, 3 часов еще добью. Возможно. Но, блин, не обещаю. Да ну вы гоните, столько просрать времени. Это же просто жесть какая-то. Разве что вот тут все пропуск, 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 пропуск. 25 раз. Вот здесь по 30 раз пропуск. Здесь уже, ого, в этой башне уже задушит. Тут, тут, блин, не напропускаешь, а в этой. Здесь все еще за валюту. Просто жесть, просто жесть. Я не знаю, блин. Классное обновление. Ладно, Николай тупо потерял дар речи. От такого классного обновления. Погодите, что там было? Погодите, там было уску... Сука, 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 верни назад. Ускоренное что? Испытание? А ну нах, 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 да дальше, дальше. Начальный комплект. Ускорение испытания уровня старший бог. То есть... Подожди, подожди. Ускорение испытания. Ускорение испытания уровня старший бог. Ага, и что оно... Блядь, только не тратьте. Испытание с уровнем сложности старший бог ждет вас. Этот набор содержит... Только Скорпиона и Мастеров Единоборств, которые понадобятся вам, чтобы пройти испытания. Без испытаний. Что, блядь, без испытаний? Ой-ой-ой. А для рейда на что? Кенши, Шинока и Мастеров Единоборств, которые понадобятся вам, чтобы пройти испытания темного рейдена на уровне старший бог. Включает карту алмазного персонажа Ронина. Алмаз... Чё, блядь? Алмазная персонажа Ронин Кенши. Ого. Алмазный Ронин с супер крутым уровнем. Вот вы скажите. Ой, блин, долго проходить. Ой, блин, много проходить. Ой, сколько башен. Ой, у меня нет такого персонажа. Любой каприз за ваши деньги. Ну не просто ты зашел в магазин и его купил, как раньше. А ты зашел в магазин и купил шанс его выпадения. Охеренно. А раньше зашел в магазин, купил алмазного Ронина, блин, Кенши и пошел всех убивать. А тут ты купил и раз, 250, 2, 3, 4, 25 тысяч потратил. А Ронин Кенши, сука, так и не выпал. Да. Я в печали. А вот это набор роста, это вообще гонь его, сука, продавать за деньги, блин, 1000 душ. Чё ж вы не сделали? У меня что, уже 60 уровень. Чё ж вы не сделали по максимуму? Сколько там надо? Уже 700? Ну да, до 2500 как раз. У них, по-моему, больше, чем 2500 ничего нету. Да. Набор повышения уровня. Используйте 20 карт повышения уровня из этого набора на любого персонажа. Усильте своих героев. 255 гривен. Вы, блин, я не знаю, сколько это в баксах, в рублях, там еще каких-то там в арабских динарах, блин. Короче, в гривнах это не очень много, но это бессмысленно. Неограненный алмаз содержит... А, бля, а можно такой же набор? Неограненный алмаз. Ну, за 2500 душ. Вот чтоб ты вот знал, ты тратишь 2500
душ, и оттуда стопудово выпадает алмазная карта. Один, сука, блять, остался. Один. А почему один? Это один в день? А, один каждые несколько часов. Чтобы родители не сильно ребенка пинали, если он потратит все их деньги на карточки Google Pay привязанные. Да, вот это жесть. Давненько я сюда не заходил. Точнее, никогда я сюда не заходил. Готовьте бабки. Вот такие у нас сейчас игры. Ладно, ребята, на этой оптимистической ноте, не побоюсь этого слова, я с вами прощаюсь. И либо иду в что-нибудь играть в более интересное, ну, либо с малой How Much Time 15.05, либо пойдем в парк. Ну, наверное, 15.05 жарковато для парка сейчас. Кататься на гироборде. Чего и вам всем советую и желаю. Пока-пока.